ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. Сьогодні поговоримо про те, як уникнути харчового отруєння влітку та коли можна їсти кавун. І у нас сьогодні у гостях Оксана Зуєва, лікар і інфекціоніст. Вітаю, пані Оксано. Да, добрий день. Тож перше питання, якими продуктами найчастіше можна отруїтися влітку і чому? Ну, найбільш актуальна тема в теплое время, в особенности это в летнее время, это пищевые токсикоинфекции. Причинами заражения являются непосредственно продукты питания и те продукты, которые термически плохо обработаны, кулинарные изделия. Основной источник заражения является человек. Очень редко, когда домашние животные, и в эпидемиологическом плане, конечно же, большое значение это имеется сам непосредственно больной человек и бактерии-носители. Бактерии-носители – это, собственно говоря, те люди, которые выделяют в окружающую среду патогенные, условно-патогенные бактерии, которые приводят к развитию пищевых токсикоинфекций. Ну, давайте про самі продукти, тобто, ну, найчастіше з якими отруєннями до вас звертаються і, ну, що послугувало причиною? Чи... Значить, смотрите, самые распространённые, конечно же, продукты это являются изделия, кулинарные изделия, это такие, как, ну, нельзя сказать, хлебобулочные изделия. Это изделия с белковым кремом, это творожные изделия. Ну и, конечно же, если термически плохо обработаны, это фрукты. То есть в любом случае все продукты, те, которые перечислены, в особенности овощи и фрукты, их нужно обрабатывать и мыть под проточной водой. Для того, чтобы не возникали у нас, собственно говоря, такие отравления. Ну, зараз вже продаються кавуни, і досить часто люди, коли їх купують, можуть отруїтися. Чому це відбувається? І коли ви порекомендуєте купувати кавуни, коли їх можна вже їсти? Для кожних, в принципі, ягод, фруктів, овочів є своє время. Поэтому сезонність. Бахчи – это более позднее в любом случае, это конец лета и начало осени. И для того, чтобы себя обезопасить, для того, чтобы это были уже грунтовые, непосредственно вызревшие фрукты, те, которые нас с полей собирают и привозят нам как потребителям, это конец лета и начало осени. То время, когда, собственно говоря, и вызревает эта бахча. Почему? Потому что, ну, не рекомендуется ни в зимнее время кушать огурцы, помидоры, ни в зимнее время покупать арбузы. Понимаете, почему? Потому что доставка, транспортировка имеет огромное значение. И не всегда мы с вами, собственно говоря, и никто не сможет прогарантировать качество в данной ситуации этого продукта. Тем более это арбузы. Какие симптомы харчового отруения? Ну, конечно, клиническая картина, степень тяжести, как любого пациента, она зависит от того количества возбудителя, который попадает в организм человека. Основными симптомами пищевых токсикоинфекций это является появление тошноты, появление рвоты, как однократной, так и многократной. Вот, повышение температуры тела с момента появления первых симптомов где-то часа через 2-3 появляется температура тела в пределах 38-39 градусов, могут появляться боли в эпигастрии и нередко могут проявляться послабление стула, диарейные синдромы. Но я хочу отметить, что сама по себе пищевая токсикоинфекция, она кратковременное острое инфекционное заболевание. Поэтому температура тела, она как появляется, так она через 19-24 часа, она может сама по себе снизиться. Единственное, что, на что хочется обратить внимание в данной ситуации, что существует, конечно,
пласт у нас населения, на который нужно обратить внимание, не заниматься, собственно говоря, самолечением, а если это многократная рвота, если температура тела достигает более 39 градусов, то стоит обратиться, естественно, в специализированные медицинские учреждения за медицинской помощью. Если это маленькие детки, если это люди пожилые в возрасте, то желательно, потому что в пожилом возрасте ряд соматических патологий, которые может привести к декомпенсации процесса по соматической патологии. Потому что любое острое инфекционное заболевание, оно является провокатором и дает обострение любых хронических заболеваний. Хотелось бы отметить, что те люди, у которых есть уже соматическая патология, такие как неврологические заболевания, такие как эндокринологические заболевания, в частности сахарные диабеты, пожалуй, все. Поэтому у этих людей, если начинается повышение температуры тела и рвота, желательно обратиться в специализированное медицинское учреждение. Если же это однократный процесс повышения температуры тела, то в любом случае соблюдение питьевого режима и прием сорбентов, этого будет человеку достаточно для того, чтобы в течение 72 часов, собственно говоря, как я уже говорила, пищевые токсикоинфекции относятся к кратковременным острым инфекционным заболеваниям, будет заболевание само регрессировать, человек будет выздоравливать. А що ви маєте на увазі під сорбентом? Які сорбенти? Які ліки можна самостійно купити і вжити? Значить, смотрите. Самое главное при пищевой токсикоинфекции есть два основных правила. Это соблюдение диеты и соблюдение питьевого режима. У нас с вами сегодня на данный момент даже в супермаркетах как оказание первой ургентной помощи продаются сорбенты. Понятие, конечно, растяжимое. Туда относятся и белый активированный уголь, и черный активированный уголь. На самом деле спектр просто огромный. Поэтому, если вы будете соблюдать диету и соблюдать питьевой режим, иногда даже и сорбенты вам, собственно говоря, не будут нужны. Но если вы чувствуете, что состояние ваше прогрессивно ухудшается, и питьевой режим невозможно восполнять объем потерянной жидкости, если ваше состояние при пищевой токсикоинфекции вплоть может быть до потери сознания и появления судорог, то, естественно, вы будете обращаться за медицинской помощью. Никакие сорбенты в данной ситуации пользы вам не принесут. Можливо, у колег є запитання. Якщо немає запитань, то продовжимо. Скажіть, будь ласка, пані Оксано, які отруєння вважаються найтяжчими, яким продуктом можна дійсно дуже важко отруїтися? Ну, на самом деле, любое острая кишечная инфекция может привести к тяжелым последствиям. Все действительно зависит от того количества и от того, собственно говоря, возбудителя, который попал в организм. Почему? Потому что самыми большими осложнениями при любой кишечной инфекции, при пищевой токсикоинфекции, таких осложнений нет, является явление шока. Такие пациенты, к сожалению, встречаются, поэтому нежелательно затягивать и сидеть 5 дней дома с температурой, с диарейным синдромом, а обращаться к доктору за специализированной помощью, чтобы не было потом печальных случаев и исходов при кишечных инфекциях. Конечно, тяжело кишечные инфекции протекают у детей, тяжело кишечные инфекции протекают у тех людей, у которых, как я уже говорила, есть определенные соматические патологии.
Это и гипертонические болезни с гипертоническими кризами, это и люди с сахарными диабетами. Сейчас очень сильно помолодела неврология. И вы часто встречаете, мы часто сталкиваемся с тем, что у молодых людей есть склонности и к инфарктам миокарда, и к инсультам, и на фоне ослабления иммунитета после перенесения любой соматической патологии может насладиться любая кишечная инфекция. Вот поэтому желательно беречь себя, смотреть и следить за теми продуктами, которые мы кушаем. Кушать желательно в том числе и бахчевые продукты в то время, в которое положено. Не ранней весной, не поздней осенью, не на Новый год арбузы, а в то время, в которое они, собственно говоря, вызревают и не обработаны никакими дополнительными. Ви вже сказали, що отруєння залежить від збуджувача, що які існують збуджувачі і трішки про ті нітрати, які знаходяться у фруктах та овочах. Значит, смотрите, ну, основными при пищевых токсикоинфекциях это является, конечно, золотистый стафилококк. Вот, поэтому он является основным как бы возбудителем пищевых токсикоинфекций. Естественно, что природа может быть разная, потому что если в семье 2-3 случая, то это тоже рассматривается как пищевая токсикоинфекция, вне зависимости от того возбудителя, который, собственно говоря, выделяют. Значит, что касательно пищевых продуктов и нитратов, и нитритов, то естественно, что возбудители они не будут. Ну, то есть это будут диареи неуточненного генеза или там кишечная инфекция. Но хочу в свою очередь сказать, что любые нитраты и нитриты могут вызывать тяжелое поражение со стороны почек. Поэтому количество и нитратов, и нитритов, то, которое может быть в бахче, вот, оно должно как бы инспектироваться, я думаю, что уже не врачами, как бы инфекционистами, вот, а все-таки это больше со стороны санитарно-эпидемиологической службы, вот, они должны больше за этим следить. Но осложнения действительно тяжелые, и очень часто, зачастую обращаемся к нашим коллегам, к токсикологам за помощью. Почему? Потому что привозят с одним, с одной клиникой, казалось бы, при выяснении уже обращаемся к ним в более специализированное учреждение для того, чтобы они уже определялись дальнейшей тактикой пациента. А взагалі, какие можливі ускладнення після отруєння? Ну, если мы рассматриваем в разрезе пищевых токсикоинфекций, то я уже говорила, что это, конечно, состояние шока. Некоторые случаи описаны со стороны данной медицинской литературы как острая сердечно-сосудистая недостаточность, острая. Если в разрезе инфекционных, конечно, острых кишечных, таких как сальмонеллез или шерихиоз, то, конечно, это патология со стороны почек и такие же бактериально-токсические шоки, явления шоков. Дякую вам велике. А давайте тепер поговоримо про ті інфекційні захворювання, які типові для літнього періоду. Ну, для летнего периода, конечно же, естественно, что характерные есть это кишечная инфекция. Поэтому, собственно говоря, мы же с этим все вместе как бы связаны. Естественно, что выступали как бы мои коллеги, и это могут быть не только кишечные инфекции, это могут быть и связанные с водой, как и гепатиты, в особенности гепатиты А, которые путь, собственно говоря, через контактно-бытовой водный путь передачи этих заболеваний. Есть также вирусные диареи, вирусные заболевания, никто их не отменял. Естественно, что укусы клещей, болезни Лайма. Поэтому вот в таком вот разрезе, собственно говоря, и нужно себя оберегать со всех сторон. Так, а что до тех инфекционных заболеваний, которые передаются через воду? Вот, людина десь выпала,
ну, можливо, якісну воду і захворіла. Значить, не рекомендується пити з потреблять воду з відкритих істочників, так називаємо. Це заброшені колодці, це, звісно, ріки, прилегаючі к ним водойми. Чому? Тому що вони не обслідувані в плані епідеміологічному. Вот. І, звісно, можуть возникати різні неприємні ситуації, в частності, як зараження такими заболіваннями, як вірусні гепатити, вот, такими заболіваннями, чуть не забули за наш любимий лептоспіроз, який, собственно говоря, дає большое количество процент летальності. Вот, поэтому всегда нужно об этом помнить, когда купаются в реке, в любых водоемах, не заглатывать ту воду там, где вы, собственно говоря, купаетесь. Расскажите, будь ласка, трішечки більше про лептоспіроз, що це за інфекційне захворювання і чим воно небезпечне? Ну, лептоспіроз сам по себе является, пожалуй, один из наиболее опасных. Нельзя сказать, что его приравнивают, но наиболее тяжелых заболеваний, которые протекают, имеют процент определенной летальности с, у пациентов, имеют летальность, ну, к сожалению. Почему? Потому что эти возбудители, которые, собственно говоря, попадают в организм человека через первичные очаги, вот, это в основном нижние конечности микротравмы, вызывают осложнения в виде поражения и печени, и почек, вплоть до острой почечной недостаточности, от чего, собственно говоря, люди погибают. С высокой температурой тела, поэтому если такой диагноз как бы пациенту ставится, то тактика его лечения ведется сначала даже в отделениях интенсивной терапии. А скажіть, будь ласка, чи можна ну, отримати інфекцію, якщо ти купаєшся у Дніпрі? Чи бувають такі випадки? Ну, естественно, что вы поймите, что как любая река, она имеет свои, естественно, что определенные инфекции, которые могут возникать и имеют сезонные заболевания. Естественно, это могут возникать и лептоспирозы, могут возникать и вирусные гепатиты, могут возникать и, естественно, что кишечные инфекции. Поэтому от этого мы никуда не денемся, поэтому воду с речки пить нельзя. Зрозуміло. Що ж, дякую вам, пані Оксано, за те, що завітали на відкритий, за корисну інформацію та рекомендації, які стануть в пригоді нашим телеглядачам. Ну, а наш ефірний час закінчується. Я всім бажаю гарного настрою та міцного здоров'я. У студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.